Исследование тканей, перенос ядра соматической клетки и ее культивирование. Для Центра молекулярной палеонтологии Музея Мамонта СФУ получение новейшего оборудования в дар от Фонда развития Абу-Даби стало словно манной небесной. И сейчас идет его установка. Оборудование предназначено для проведения клеточных работ. И мы будем здесь проводить исследования клеток животных, и в том числе ископаемых животных, которых находят на территории Якутии. Аборигенная собака, жеребенок, бизон и исполин ледникового периода, мамонт, получат новые возможности исследований, ранее недоступные ученым. Как, например, клонирование и получение эмбрионов древних млекопитающих станут на шаг ближе. Приоритетом для Фонда развития Абу-Даби является поддержка совместного проекта с СФУ, возрождение мамонта и других ископаемых животных. В частности, проведение молекулярно-генетического анализа их ДНК и выделение грантовой субсидии для университета – первый случай в России оказания финансовой поддержки этим фондам. Проект совместной работы рассчитан на 5 лет. В уникальном исследовании, кроме якутских, принимают участие ученые сразу нескольких стран. Теперь мы можем сконцентрироваться и посвятить все свое время этому, не побоюсь сказать, грандиозному проекту. Я надеюсь, что все вместе мы сможем прийти к великим результатам, к новому будущему. Здесь хранится более 3000 экземпляров, самый впечатляющий по количеству и по составу коллекции останков древних ископаемых. Это суслики, куропатки, детеныши бизона, лосенка, жеребенка и мамонта. Каждый насчитывает несколько десятков тысяч лет, и аналогов им нет в мире. Находки уникальны, безусловно, находки уникальны. И на территории вообще Земли нету таких находок. И это, конечно же, благодаря только вечной мерзлоте, которая простирается на огромной территории нашей республики. Музей Мамонта является практически единственным в России, кто изучает палеонтологические объекты на клеточном уровне. И эти исследования чрезвычайно важны для понимания общей эволюции. Если ученые смогут расшифровать ДНК, то вполне возможно, вымершие виды, некогда обитающие на территории Аляски и Сибири, смогут вновь бродить по планете. Фултон Валресса, Виталий Прокопьев, Иларион Федоров. Вести. Якутия.